Привет, друзья! Приветствую на канале Алекс Аверс. Сегодня у меня в обзоре прекрасный орден, даже не медаль, орден, самая высшая награда СССР, раздел фалеристика СССР. Для тех, кто увлекается орденами, медалями, это орден Ленина. Ну, одна из самых, наверное, дорогих, таких почетных, уважаемых наград СССР, самая высшая за высокие показатели в труде, ну, обороне, там, за разные достижения выдавалось, выпускался он, по-моему, если я не ошибаюсь, до войны даже, да, с 30-х годов выпускался, то есть, ну, там были ранний тип, так называемый трактор, это более уже, как бы, последние экземпляры. Орден выполнен из желтого металла под названием золото. Медальон выполнен из платины 950 пробы. Два вида эмали, вот такая алая и серая. То есть прекрасный орден. Мечта любого фалериста, коллекционера. В данном случае у нас, что можно сказать о колодке? Колодка, как для более поздних типов, алюминиевая. Орден выполнен на Московском монетном дворе. Номер 421-357. Это заклепки, которые крепят вот этот медальон. То есть самого дедушку крепят к именно основанию ордена. Ну, собственно, как бы много информации есть в интернете. Друзья, моя задача просто показать вам красивый предмет, немножко о нем рассказать, ну, а более детальную информацию о награждениях, о вручениях, за что он выдавался, можно искать в интернете, потому что мало кто делает подобные обзоры. Ну вот, собственно, я вам показываю, как это выглядит. Вы внимательно смотрите, изучаете, любуетесь. Надеюсь, вам это нравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще у меня в обзоре другой орден Ленина, именно Ленинградского монетного двора. Советую посмотреть. И будет обзор на орден соцтруда. Ниже под описанием видео будет две ссылочки на другой орден Ленина, другого монетного двора, более ранний, там по, ну, хронологически здесь 400 тысяч, там будет 300 тысяч. Советую его посмотреть. Друзья, ставьте лайк, ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!